Вы словно путешественник в этой жизни, понимаете, путешественник. Вот ваше тело возникло, оно вот путешествует по жизни. Просто, по сути, из момента в момент. Из одного момента в другой момент. Все, не пытайтесь кого-то с собой на всю жизнь. Если оно случится, классно. Пусть оно естественно будет, чтобы люди могут быть вместе и абсолютно свободны. Внутренне свободны. То есть у меня вот, там, не знаю, мы с ребятами, не знаю, у меня вот бизнес-партнер. Там мы работаем вместе, но мы всегда внутренне свободны. Мы можем жить в одном доме, если я хочу в одно место поехать кушать, я поеду туда. Если ребят хотят другое, они поедут туда. Каждый получит то, что ему надо. Все, я не буду всех тащить туда, куда я хочу покушать. И не буду никого даже заставлять. Я просто скажу, я хочу туда. Ребят, мы хотят... Все, и все, это все, я поехал, куда я хочу. И так всегда во всем, в каждом действии. Никого не буду заставлять и навязывать делать то, что мне хочется или мне нужно. Ни в коем случае. Будь это вот каким бы они ни были. Все, я это... Все, я не хочу, чтобы мне кто-то что-то навязывал. Я всегда там, где я есть. Вот. Я всегда там, где я есть, с тем человеком, которым я должен быть. Я говорю то, что должен сказать, слышу то, что должен услышать, вижу то, что должен увидеть.